Еще одна серьезная угроза для региона – это огонь. В Иркутской области уже вовсю готовятся к лесным возгораниям. Накануне в Качугском районе провели учения, чтобы оценить готовность силы и средств к пожароопасному сезону. В последнее время активную помощь профессионалам оказывают и рядовые жители региона. Конечно, мы не имеем права пускать на большие пожары, но вот на краях и там, где требуется профилактика, там, где требуется по окончанию пожара сделать, они выполняют очень большую работу, и это движение добровольческое у нас расширяется.